Так, всем привет, дорогие мои любимые зрители. Я захожу в галерею, тут целая толпа. Это просто ужас. Сколько народу, видите, стекло разбито. Так, кто проверяет QR-код? Никто. Никто. Никто его не проверяет. Я тут смотрела, кстати, видео Варламова, и я не знаю, откуда у него такие сведения, но он... А, вот видите, вход в магазин. Так, в галерею войти можно, а сюда проверяют QR-коды. Это у нас Uniqlo. Вот, видите, все приготовили, кто бумажку, промокашку, кто телефон. Ну, понятно, понятно. Значит, в галерею войти можно. А вот в магазин не факт. Да, так вот, хочу что сказать. Значит, Варламов привел такие данные, что россияне больше всего боятся QR-кодов. На втором месте они боятся прививок, вакцинацию. И на третьем месте они боятся заболеть ковидом, вот. А все остальные страхи, как там, я не знаю, другие болезни, безденежье, вот это все, вот, значит, на местах последующих. Так, ну понятно. Так, вот Дэниел Веллингтон. Так, ну тут никого даже с QR-кодом, как говорится, не заманишь. Так, а что у нас происходит в Массимо Дутти? Попробуем войти. Спросят или не спросят QR-код? Не спросили. Иду спокойненько. Захожу. Так. Я, кстати, хотела тут зеленую рубашечку одну прикупить, что я ее в прошлый раз, кажется, снимала, но не купила. Ой, как мне нравится. Вот это что такое? О, вот это вот мне надо. Серенький, такой темно-серый, с люрексом. Надеюсь, уже со скидочкой. Что? Без скидки? Как так? Как так? Что тут у нас? 22% шерсти, 33% полиамида. И даже альпака есть. Сколько-то? 9%. В общем, в Массимо Дутти спрашивают на кассе. То есть не продадут, если не покажешь QR-код. Так, Зара, идем, не идем. Так, ну все, я поняла. В общем, короче говоря, типа они на кассе все спрашивают. Хотя вот в Uniqlo даже не войти. Зашла сейчас в Falconeri, и там у меня спросили код. Ну, в общем, короче говоря, я думаю, будут продавать по QR-коду. А ходить можно, вот как видите, тут, судя по тому, сколько народу везде. Вот, просто тьма тьмущая. Да. Что тут у нас? Так, Кальцедония. Ну, в Кальцедонию обязательно надо зайти, что-нибудь купить по скидке. Здесь всегда что-то хорошее можно подобрать. Какие-нибудь носочки, колготки, всякое разное. Кстати, Кальцедония раньше была на втором этаже. Сейчас, видите, переехала на первый. Вот вы только посмотрите. 2 января. Народ вышел опустошать торговые центры без QR-кода. И вот видите, тоже Intimissimi тоже вот проверяют QR-коды. Да. Да, чувствуешь себя избранным, избранным. Так, а что здесь? Zara Home. Тоже, видите, тоже проверяют, да. Не пускают. Даже в магазин не пускают. И она такая пустоватая.
Zara Home. Ну и вообще она стала, в принципе, пустоватая. Товара стало, конечно, с началом пандемии намного меньше, намного меньше. Так, ну, будем дальше посмотреть. Вот, видите, жалкие остатки. Стульчики, мисочки, плошечки. Да, где же та былая Zara Home? Не знаю, в Испании она также убого стала выглядеть, как у нас. Вообще она везде стала так тоскливо выглядеть. Или это только до нас ничего не доходит? Кто из Испании? Напишите, пожалуйста. У вас всегда были самые лучшие Zara Home. О, ничего себе очередь в золотое яблоко. Это все из-за QR-кодов. Так-то всегда можно было входить. Я, кстати, всегда любила здесь модниц снимать, потому что их тут много концентрируется с одной стороны, а с другой стороны они вообще не видят, что их снимают. Боже, вы посмотрите, какая очередь. Как бы сказал Алекс Брежнев, это нормальное явление? Или это ненормальное явление? Как вы считаете? А? Это нормальное явление? Да. Вы посмотрите, какая толпа. Боже мой. О май гад. Диос мио. Так. Ну вот видите, в Ривгош очереди нет. Но QR-код на входе проверяют. Ну вот формируется уже сюда тоже очередь. Потому что золотое яблоко, но это уже чересчур, конечно, чересчур. Так, ладно, но мы никуда не пойдем. О, это у нас новогодняя ярмарка. Я, кстати, снимала в прошлом году ее, еще до того, как заболела, как теперь принято говорить, модной болезнью. Вот. Носочки всевозможные. Так, что здесь у нас? Да, у нас тут всевозможные носочки и с мандаринами, и с арбузами. И вот такие вот веселенькие милитари. Так, ну что? Так, вот, кстати, елочные игрушки. Новый год прошел, и самое время их покупать. Возможно, даже получить скидочку. Смотрите, какие они симпатичные. Это вот, кстати, сшитые вручную. Господи, вот сколько они стоят? Вот давайте посмотрим. 2000, да? Ну вот вы будете за 2000 шить такого или не будете? Куколки, да, вот это все, вот у них просто здесь вот, как это называется, синтепончик проложен, да, они сшитые куколки. Господи, опять включили эту музыку, везде эта музыка. О боже, это я, знаете, вот, кстати, дорогие друзья, я подумываю купить себе вот такие вот подстаканники и очень стильно, модно, с претензией на индивидуальность, видео пить в таком подстаканнике. Сколько он стоит? Сколько он стоит? 200 стоит. И любой, да, 200? Он со стаканом идет или без? А, с граненым стаканчиком. Так. Вот сувенирные кружечки такие эмалированные. Как в старые добрые времена. Да, вот знаете, вот все, конечно, у нас хорошо. Просто распрекрасно, кроме одного, что везде, просто везде нереально орёт вот эта вот музыка. Одно только, что я стараюсь эту музыку перекричать, и многие знают, что я могу громко разговаривать. Ну, кстати, дорогие друзья, я очень часто могу громко разговаривать, знаете почему? Потому что у меня телефон практически приклеен к губам. То есть я очень близко к себе держу телефон, и поэтому всегда слышится, что я очень громко разговариваю. Но иногда я на самом деле стараюсь перекричать вот эту вот какофонию звуков, потому что YouTube все равно идентифицирует какую-нибудь известную мелодию, и
и пришлет мне какое-нибудь предупреждение. Вот. Так, что это у нас там? Украшения, какие-то блесточки, стекляшечки. Все как мы любим. Ух ты, какая елочка красивая. Смотрите, а вот эти игрушки, они правда напоминают советские, да? Но только они еще более разнообразны, их еще больше. Вот я помню, у меня кукурузка была, и огурчики были, но какие-то немножко другие. Кстати, у меня эти игрушки еще до сих пор сохранились. Просто лежат в какой-то отдельной коробке, где-то очень высоко-высоко-высоко в шкафах. Ух ты, какая красная шапочка. Просто супер. Очень красиво украшена елка. Я вообще люблю, когда елки украшены вот так вот густо-густо, чтобы как бы места живого не было. Вот. Хотя я знаю, что многие любят наоборот, просто когда елочка такая сама по себе красивая. А вот уже и скидка на белую елочку. Сколько она стоит? 25 тысяч, что ли? 25 тысяч, да. А вот такая изысканная, как бы запорошенная инеем, и стоит она 19 990. Да, ну тут все гирлянды. Ну, конечно, да, уже ярмарка уже сходит на нет. Кстати, в Литуаль, вот там, видите, вот так вдали елочка, тоже красивая. Тоже не очень много уже народу там, потому что все любят ходить вот в это золотое яблоко. Да, с ветераса Ленина. И каждый год я собираюсь купить что-нибудь или со снегирями, или с оленями. И каждый год что-то происходит, и я покупаю. Видимо, потому что нет достаточно красивого. Но на самом деле я куплю у Арины. Арина студия. С оленем ее авторский свитшот. К сожалению, в этом году у меня, честно говоря, не хватило времени просто сделать. Прелесть какая, да? Классные какие девчонки, куколки. Просто не хватило у меня времени доработать дизайн рождественского джемпера. Честно говоря, я очень переживала из-за этого. Арина мне звонила, и я говорила, да, я работаю. И сама, ну, не хватило мне времени просто, к сожалению. Так, это я, по-моему, в прошлом году снимала. Вот, и, по-моему, эта же девушка работала и все рассказывала. Очень красивые часики. И вот, кстати, это классный сувенир привезти из Питера, потому что считается, что вот это все коты, это типа питерская тема, еще со времен котов в Эрмитаже. Да, ну вот. В общем, классная, конечно, ярмарка. Ой, вот эти Деды Морозы, я тоже помню, в прошлом году я их снимала. Они такие классные все. Здравствуйте. А сколько они стоят? Ой, да я представляю. Вот эти 3000, да? Вот эти 3000. 3000. Вот ручную. Такие по 4 мы продаем. Дерево вручную это расписано. Целиковые вот кусочки липы вырезаются, ага. И раскрашиваются вручную. А вот эти, вот этот сколько стоит? Это стоит 4000. 4 ровно, да? Ой, ну они все такие красивые, даже не знаешь, кого выбрать. А снеговик тоже 3500. А вот эти такие, это еще? Там уже разные цены. Да? Снимать видео, да. Вообще нельзя. Почему? Не, да. О, а вот эти какие красивые. Ну, наверное, такая голимая синтетика, я думаю. Да, к сожалению, да. Но как же красиво смотрятся эти снегири, олени. Боже мой, их тут так много. Смотрите, они такими богатыми рядами сложены. И вот, кстати, вот кто-то примерил. Купил и пошел, да? С волком или с медведем? Здорово. И шапочки такие. Со снеговиками. Стамбул. А, кто Стамбул? Он Стамбул? Или с ветера Стамбул? Так.
Ну что, дорогие друзья, вот так вот выглядит ярмарка. Вот здесь вот кошелечки, тоже расписанные всякими котами, совами. Вот чисто питерская тема такая, разводные мосты. Очень даже симпатичные. Так, еще всякие коты всех видов. О, тоже как красиво, да, вешалка. Тут белый такой веночек. И такие игрушечки в советском стиле. А, в советском стиле, но по дизайну они, конечно, превосходят. Хотя вот эта принцесса, может, это типа Золушка. Часики. Пять минут. В общем, сказочная атмосфера. Елочка красивая. Так, это тоже деревянная. Тут всякие щелкунчики. Всякие разные. Да. Я снимала эту ярмарку в прошлом году. Боже, какой красивый олень. Сколько же он стоит? Не очень понятно. Кстати, можно вот елку прямо украсить только такими прикольными деревянными игрушечками. Классные. А почем эти игрушечки? Вот олень, например. Вот такой по 400. 400 рублей, да? Очень симпатичные. Снеговичок такой классный. Вот так вот выглядит эта ярмарка. Вот. Очень много всего здесь. И, конечно, сейчас вот действительно очень выгодно что-то купить, потому что, ну, мне кажется, хотя здесь работают продавцы, они скидки не делают, потому что сами художники крайне редко здесь бывают. Ну, ладно, идем дальше проверять, что как. Очень красивая елочка в розовых тонах. Такая красивая. Надо будет мне как-нибудь так вот украсить ее свою. У меня же есть белая елочка. Я, в принципе, могу вот розовыми цветочками, бантиками, шариками. У меня вообще чего только нет. Но каждый год, когда я думаю, как бы украсить свою елку, я выбираю балерин. Ну, может, уже ради разнообразия сделать какой-нибудь год без балерин. Какие смешные. Прелесть какая. Так, в магазине Пинка, я надеюсь, есть распродажа. Но тут всегда очень маленькие вещи с точки зрения размеров. Поэтому, в принципе, тут особо ловить нечего, если только какие-то аксессуары. Вот, например, вот этот белый шарф мне уже давно нравится, такой вот, весь в косичку. Ну, я все время думаю, Марина, ты же можешь его сама связать. Ну, да, конечно, могу, но не вяжу. Вот, посмотрите, как выглядит эскалатор. Вот вход, да? Вот, смотрите, никого не останавливают QR-коды. Может, они у них у всех есть? Хотя нет, нету. Ну, как я уже сказала, россияне боятся QR-кодов больше, чем самих прививок и даже возможности заболеть ковидом. Так, ну что, сюда пойдем? Нет, не пойдем. Да, везде спрашивают все-таки QR-коды. Я заходила в Фурлу. В Армани джинс, в общем, какие-то вот такие вот магазины, где все-таки QR-коды спрашивают. Ну, это, видимо, потому что первый день. Ну и вообще они боятся нарушений из-за штрафов, из-за всего такого. Да. Так, Луна де Синкуэнта, надо зайти и воспользоваться собственным промокодом. Ну, в общем, дорогие друзья, вы поняли обстановочку. Я вам все показала. Имейте в виду. Так, зайду-ка я в Манго. Вдруг там что-нибудь интересненькое есть. Вот Манго здесь. Так. Ну, в общем, на сегодня это все. Увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока-пока.
Фу, извращенец.